Слава Отцу и Сыну, Святого Духа, аминь. Боже, милостив, будь ко мне грешным. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвы пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святой Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконы наши. Святые, посети исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне всегда и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила, и слава во веки. Аминь. Восстав после сна, мы преподаем Твоим стопам благи, и ангельскую песнь возглашаем Тебе сильно. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвами Богородицы, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, с постели от сна Ты поднял меня, Господи. Ум мой, просвети сердце, открой уста мои, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвами Богородицы, помилуй нас. И ныне всегда и во веки веков. Аминь. Внезапно придет судья деяния каждого обнаружится, со страхом воскликнув полностью. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвами Богородицы, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Ныне всегда и во веки веков. Аминь. Встав после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Боже, не прогневался на меня ленивого и грешного, и не прекратил жизни моей среди беззакония моих, но оказал мне обычным то человеколюбие и поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву и прославить могущество Твое. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне получаться слух Твоему, уразумевать заповеди Твои, исполнять волю Твою. И открою уста мои, чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце, воспевать святейшее имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем ко Христу, Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем к самому Христу, Царю и Богу нашему. Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое. Только Он, твердыня моя, спасение мое, убежище мое. Не поколеблюсь более, доколе вы будете наблюдать на человека, вы будете незринки, все вы, как наклонившаяся стена, как ограда пошатнувшаяся. Они задумали свергнуть его с высоты, прибегли ко лжи, устами благословляют, а сердце своем клянут. Только в Боге успокаивается душа моя, ибо на него надежда моя. Только Он, твердыня моя и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь. В Боге спасение мое и слава моя, крепость, сила моя и упование мое в Боге. Народ, надейтесь на Него во всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше.
Бог нам прибежище, сыны человеческие, только суета, сыны мужей ложь. Если положить их на весы, всеми вместе легче пустоты, не надейтесь на грабительство, и не тщеславь восхищение. Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердце. Однажды сказал Бог, и дважды слышал я его, что сила у Бога. И у тебя, Господи, милость, ибо ты воздаешь каждому по делам его. Боже, ты Бог мой, тебя от ранней зари ищу я. Тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя, земле пустой, сохшей, безводной, чтобы видеть силу твою и славу твою, как я видел тебя во святилище. Ибо милость твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят тебя, так благословлю тебя в жизни моей. Во имя твое вознесу руки мои, как только моей верой насыщается душа моя, и радостным глазом восхваляет тебя уста мои. Когда я вспоминаю о тебе на постели моей, размышляю о тебе ночные стражи. Ибо ты помощь моя, и в тени крыл твоих я возрадуюсь, к тебе прилепилась душа моя. Десница твоя поддерживает меня, а те, которые ищут погибели душе моей, сойдут в преисподней земли, сразят их силой меча, да останутся они в добыче лисицу. Царь же веселится о Боге, восхвален будет всякий клянущийся им, ибо заградятся уста говорящих неправду. Услышь, Боже, голос мой в молитве моей, сохрани жизнь мою от страха врага, укрой меня от замысла коварных, от мятежа злодеев, которые застрелили жить свой, как меч, напряги лук свой, язвительное слово, чтобы втайне стрелять в непорочного. Они внезапно стреляют в него и не боятся, они утвердились злом намерением, совещались скрыть сеть, говорили, кто их увидит. Изыскивают неправду, делают расследование за расследованием даже во внутренней жизни человека и до глубины сердца. Но поразит их Бог стрелою, внезапно будут они уязвлены, языком своим они поразят самих себя. Все видящие их удалятся от них, и удалятся все человеки, и возвестят дело Божие, и разумеют, что это его дело. А праведник возвеселится о Господе, и будет уповать на него, и похвалятся все правые сердца. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне всегда, и во веки веков. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго перед тобой. Избавь меня от зла, и пусть будет во мне твоя воля. Дай мне не подвергаясь осуждению, открыть мои недостойные места. Прослави святое имя Твое, Отца и Сына Святого Духа, ныне всегда и во веки веков. Аминь. Став от сна, я посреди ночи приношу Тебе песню спаси. Я припадаю к стопам Твоим, желаю Тебе. Не дай мне отнюдь греховной смерти, но ожарься до мной, добровольно раскаявшийся. Сколько дней мне беспечно лежащего и спаси меня стоящего пред тобой на молитве. После сна ночного пошли мне ясные небесные дети с тобой. И спаси меня. Владыка человеколюбчив, встав после сна, я спешу к тебе. И по милосердию твоему принимаю за угодные тебе дела, я молюсь тебе. Помоги мне всегда во всем, избавь меня от всякого зла в мире и от дьявольского искушения, и спаси меня, и веди в царство твое вечное. Ибо ты мой творец и источник, и податель всякого блага. На тебя вся моя надежда, и я возношу тебе хвалу, ныне и всегда.
и во веки веков. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости, по великому Твоему усердию, Тебя мне работаем в прошедшее время этой ночи, провести без напасти и всякого вражеского зла. Ты сам, Владыка, Творец Всего Сущего, удостойный трясти Твоей просвещенным сердцем исполнять Твою волю, ныне всегда и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержитель, Боже, сил бесплотных и всякой плоти, на высотах небесных живущий, взирающий долю земли, наблюдающий сердца и помыслы, и ясно ведающий тайны человеческие, безначально вечный и неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам, бессмертный царь, прими моления наши, которые мы в настоящее время, надеясь на обилие сострадания Твоего, творим Тебе из нечистых уст, и прости нам прегрешения наши, совершенные нами делом, словом и мыслью, вольно и невольно, очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа. И даруй нас бодрствующим сердцем и трезвенной мыслью прожить всю ночь вечной земной жизни, в ожидании наступления светлого и славного дня, второго пришествия единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий судья придется славу воздать каждому по делам Его, да найдет Он нас не лежащими и сонными, но бодрствующими, восставшими среди исполнения заповеди Его, и готовыми войти с Ним в радость и божественный чертог славы Его, непрестанные голоса торжествующих, и невыразимая радость видящих несказанную красоту лица Твоего, ибо Ты истинный свет, просвещающий, освещающий весь мир, и Тебя воспевает все творение веки вечные. Аминь. Святые ангелы, поставленные блести мою бедную душу несчастную жизнь, не оставь меня грешного и не отступи от меня за неудержность мою, не дай возможности злому демону подчинить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную опустившуюся мою руку и выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель-подкровитель, бедной моей души и тела, прости мне все, что все дни моей жизни. Я согрешил прошедшую ночь, защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом, и молись за меня ко Господу, чтобы Он утвердил меня в статусе своем и садил меня рабом достойным своей милости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами отгони от меня ничтожного, несчастного раба Твоего, уныния, забвения, неразумия, нерадения и всескверного лукавого и хульного помышления от несчастного моего сердца, от помраченного ума моего. И погаси пламя страстей моих, ибо я них и слаб. И избавь меня от многих губительных воспоминаний и мнений, и освободи от всякого злого воздействия, ибо Ты благословенна от всех родов, и Твое пречестное имя славится во веки веков. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий, Андрей, Анатолий, Сергий, но усердно к вам прибегаем, как скорым помощником, молитвенником о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобой, благословена ты между женами, и благословен Бог чрева твоего, бо ты родила Спасителя души наши. Спаси, Господи, людей твоих, благослови достояние твое, помогая православным христианам побеждать врагов, сохраняя силы Христа Твоего, церковь Твою. Спаси, Господи, помилуй самого духовного Игнатия, батюшку Якима, родителей, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетелей, всех близких моих и друзей, и всех православных христиан, от
ожидаем Твоей земле небесные блага. Не лиши их милости Твоей, посети их, укрепи. И силою Твоей дали им здравие и спасение души, ибо Ты благ и любишь людей. Аминь. Покой, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей моих, родственников, благодетелей. И всех православных христиан, прости им все грехи и невольные, дары им царство небесное. Святы на покой Христе, души рабов Твоих, правцев, отцов и братьев наших. Там, где нет ни болезни, ни печали, ни душевных страданий, но жизнь бесконечная. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Ныне всегда и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери, преподобных богоносных отцов наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Тихо, молитесь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного. Слава Тебе, наш Бог Иегова, во Отче. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Вся земля полна славы Его, аллилуйя. Слава Вышний Богу на земле, мир в человеках, благоволение, аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи Боже мой, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи Боже мой, за тот день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов. Аллилуйя! Пресвятая Госпожа Богородица, Пресна Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Господи, сохрани наше сокровище книги здесь и в пути для пользы многих на спасение душ. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога мне грешным. Благодарю Тебя, мой ангел, за эту ночь. Сколько лет Ты хранил душу мою, прошу Тебя, не покини смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. И проведи душу мою по мытарствам, и введи ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Иоанн Креститель, Предтеча Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать и никому не завидовать, и не страшиться царей и начальствующих, и не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать. Аллилуйя! Святитель Христов Никола Мирликийский, чудотворец, образ кротости и воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Молите Бога о нас, святые пророки Божии, пророк Илия, Елисей, Енох, Моисей, Самуил, Аарон, Ио, Авель, Ной, Иосиф, патриархи, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осея, Илия, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, отроки, пророк Михей, Авраам, Исаак, Иаков, да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия не застал нас неготовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами полными илея добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога нас, святые ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, все небесные силы, престолу Божию предстоящие, святые апостолы Петр и Павел, евангелисты Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Да дарует Господь нам жажду исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Молите Бога на святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп, Смирский, Устин, Философ, Космай, Дамиян, Андрей, Стратилат, Ирон, мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимий, Комедийский, Георгий, Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф,
Борис и Глеб. Да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертания зверя Антихриста, Анфиму, Вениамину, дай веру. И устраши родителей за такое ложное воспитание. Аллилуйя! Молите Бога, она, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Ян Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Сергий, Радонежский, Степан, Пермский, Серафим, Саровский, Ан Тобольский, Ан Кронштадтский, Ан Шанхайский, Кирилл, Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Филарет и все переводчики Священного Писания. Молите Бога нас. Аллилуйя! Да сохранит нас Господь в святой православной вере, а замысл еретиков развей, мечтой преврати, Господи. Аллилуйя! Молите Бога на святые жены и девы, Фёкла Первомущенна, Сафатина Самарянина Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила, Акила, Андроника, Юния, Киприяна, Устина. Молите Бога о нас. Да дарует Господь послушание, молчание, целомудрие и стыдливость женам и девам, и сохрани их от всяческого поругания, исправь непокоривость Галины, семейства и Евгении, Надежды, 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 Светланы, Марии, Раисы, Ларисы, Марины, Юлии, Елены, Галины, Людмилы и Анны. И нас помилуй, милости Твоей ради. Спаси, Господи, помилуй. Митрополита Илариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, священный Рей, Акима, Павла, Геннадия, Сергия, 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 Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амруси, Вадима, Засима, Алипия, Андрея, Владимира, Максима, Дьяконов, Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Диодора, паству их и весь священнический и иноческий чин, и высшие истины служители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам дай еще священника, если угодно тебе. Смири власти воинства их, наведи страх твой на них, и через них сотвори благое церкви твоей Владимира, Дмитрия, Александра, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена, Амана, и даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. Научи нас ценить это мирное доброе время. Слава тебе, Господи, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованные тобою, и до сего пошли нам добрых помощников, наставников и советников. Да будет сей день днем благословения и прославления твоего святого имени. Сохрани нас здесь, исцеление наше от пожара, воров, нечистой силы потопления. Живущих там Виктора, Андрея, Игоря, Игоря, Серафима, Алексея, Иосифа, Романа, Владимира, Никиту, Михаила, пошли добрых жителей с детьми и сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, чада их, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алевтину и расширь пределы общие, найди новые души. Аллилуйя! Слава тебе, Боже наш! Воззри на угрозы, на ложь, преследования врагов, закрой их лживые уста, примири их с нами, и в судный день не помяни их безумие. Благослови благодетели наших, воздаем добром Елену, Анастасию, Максима, Владимира, Евгения, Евгения, Наталью, исправь их жизнь для славы твоего имени. Аллилуйя! Пошли нам все необходимое, чтобы мы могли принять, желающих принять крещение взрослых и детей. И помилуй нас, и защити от происков вражеских. Господи, избави от пьянства Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря. Посети болящих, дай им силу все перенести. Пошли им исцеление, если угодно тебе, Сергея, Алексея, Александру, Александру, Анну, 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 Игоря, Василия, Калерию, Антонину. Благодарю тебя, Господи, за здоровье и за болезни.
за друзей, за врагов. Аллилуйя, сохрани наши сокровища, сайты и форумы, что есть от повреждения злыми людьми, лукавыми духами, трудящихся на нем всех, Игорь и Дмитрий Викторович. Аллилуйя. Найди все наше сродство, Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марфу, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. Аллилуйя. Путешествующих Раису, Льва, пути отступников найди, Александра, Николая, Михаила, не дай им погибнуть в ожесточении, самообольщении, высокоумии, ибо вне церкви нет спасения. Жалься над ними несчастными, Господи, и нас помилуй милости Твоя ради. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш! Найди Тимофея, Тимофея, Мартина, обрати. Германа, Александра, России помилуй Дмитрия, Марину, Щадоих, Валентина, Алексея, Валентина, Надежду. Дмитрий, 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 Олега, Алексея, Александра, Александра, Александра. Михаила, Нину, Георгия, Анну, Юрия, семейство их. Между нами да будет всегда мир, любовь и согласие по слову Твоему, Христе Боже наш. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Ибо мы не знаем иного Бога, кроме Тебя, столь любящего создание свое. Хвала Тебе! Счастье и поклонение да будет от нас за все видимое и невидимое. Прими нашу молитву, воздяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Боже. Соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле, Боже всемогущий. Услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. Господи, прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя! Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Болящего Михаила обрати нас так, Господи. Аминь. Доброе утро. И делаем небольшую добавку к молению. Но у нас сейчас идет тема дисциплины. И вот 10-й пункт у нас написано. Это выставлено о церковной дисциплине в притворе, в коридоре. Крещение совершается только над прошедшими катехизацию, над истинно уверовавшими во Христа. Вот у нас катехизация была, когда начинали мы занятия в университетах, 4,5 года, потом сделали 5 лет. А так правила гласят от 3 до 5 лет. А если которые знали и ходили, тем меньше, бывает несколько месяцев. Они все знают, только не были погруженные. А где так делается? Нигде, повторяю, нигде. Вообще нигде. Ни у сектантов, ни у кого нет этого. А вот он обратился, сказал, спасен, все. А крещение вообще сектантов непонятно для чего, как значок для окончившего университет. Обещание Богу доброй совести. Ну, то есть они безблагодатные. Возьми у мусульмана, у иудеев, вот приезжает раввин. Он не может сказать, властью данной мне от Бога прощаются тебе грехи твои. Он не может. И они это не делают. Вот крещение, прощение грехов. А сектанты говорят, нет, обещание Богу доброй совести. Причащение мы тело Христово берем в руки, тело берем и вкушаем, а они нет. Только воспоминания это прообраз, символ, разные слова делают. То есть это такое таинство даже им, лжецам, еретикам, Господь не позволяет сделать заявление такое, что будто у них есть. Нету. Но спасением играют. Крещение только в полное, троекратное погружение, апостольское правило 50-е, обливание, мочение голов, крапление,
не признается за крещение, и таковые подлежат настоящему крещению, как совершенно не крещенные, и поэтому никакого перекрещивания для них нет. Они просто были обмануты. Пираты захватили корабль, как я говорю. Все таинства и требы совершаются бесплатно. Все таинства и все требы. А почему? Святая Десятина все восполняет. И 11-й пункт. 7-й Вселенский Собор, 8-е правило. Для неверующих не совершать ни крещения детей их, ни отпевания, ни других треп и таинств. Допускающий подобное священник должен быть запрещен в служении. Да кто это выполнял его? Вот я занимался этим. 719 правил осталось действующих в книге правил. 413 ежедневно, умышленно, целенаправленно, непрестанно нарушаются, уничтожаются, как будто их нет. Как Иоанн Златоуст говорит, если бы кто-то пришел бы, незнакомый с христианской жизнью, а потом бы ознакомился с нею и посмотрел на нас, то больших врагов вряд ли бы он нашел, как будто мы жизнь свою посвящаем тому, чтобы нарушать волю Божию. Это Иоанн Златоуст еще говорил. Я беседовал с Александром Менем, он говорит, вот у нас что в Евангелии написано, если мы прочитали, все силы направляя на то, что было наоборот. Написано, не называйтесь отцами, отцы, диакон, отец, отец. Отец, когда кто-то родился, только тогда можно назвать, от тебя родился. Я родил вас в благовествовании во Христе Иисусе. Отец, он ничего не знает, нету, но надели на него материю цветную, там, ряс или что-то. 6-й Вселенский Собор, 84-е правило. Последуя каноническим постановлениям отцов, определяем и о младенцах. Каждый раз, когда не обретается достойные свидетели, несомненно утверждающие, я как крещеный есть, суть. И когда сами они по малолетству не могут дать потребный ответ о преподанном им таинстве, должно без всякого недоумения крестить их. Да таковое недоразумение не лишит их ощущения таликою святынею. Ответ в том, что некоторые, я не знаю, как был крещен. А тут 6-й Вселенский Собор, 84-е правило. Ну запомни хоть одно правило. Немало не сомневаясь, принимай крещение. А если это второе, никак не повредит. А если там тебя не было, ты без крещения, ты окажешься за вратами царствия. Вот теперь и думай. И поэтому церковь приняла вот такое решение. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? 2 Коринфянам 6, 14, 15. Мало того, верующий женится на неверующей. Ну, комсомолка или обольстительница какая нашлась. А кто она? Я говорю, цыганка. О, вот это да, и что? Погибает в автокатастрофе. 6-й Вселенский Собор, 96-е правило. Поскольку по нужде или по другим побуждениям человеков многое произошло не по правилу церковному, так что людей от языческого жития, недавно приступивших к вере, и краткое время оглашенными бывших, вскоре к духовной купели приводят, и тотчас по крещению возводят в епископство или пресвитерство, посему за благо признано, дабы впредь ничего такого не было, поскольку и оглашенному потребно время, и по крещении дальнейшее испытание. Ибо ясно написано апостольское правило глаголище «не новокрещенного восставляй, да не разгордившись, суд впадет и все дьявола». 1 Тимофея 3:6. Вот это единственное место в Святой Библии, которое указывает на причину падения дьявола – гордость. Почему такие гордые священники? А их раньше срока рукополагают. И они подпадают под одну статью с дьяволом. 1 Тимофея 3:6. Если же продолжение времени душевный, некоторый грех обретен будет в некоем лице и будет обличен двумя или тремя свидетелями, такой да будет исключен из клира. То есть уже рукоположено, и все. Но оказалось, что у него там грех какой-то, не раскрытый-то, и все. Поют аксиос, а тут анаксиос. Кричать нужно. То есть недостоин, недостоин, недостоин. А поступающий вопреки всему, как дерзающий сопротивляться Великому Собору, подвергает себя опасности исключения из клира. 1 Вселенский Собор, 2 правило, и апостольское 47. И правило Василия Великого, 1. Вопрос первый.
если оглашено от врача лет 7, или совершеннолетний человек улучшит время быть при совершении литургии и по неведению приобщиться, то как должно поступать с таковым? Это вот священники говорят, приезжают у нас крещение принимать, но я же службу совершал. Или кто-то говорит, но я же причащался, что теперь то пропало причастие? Ну, как оно пропало? Никак. Что ответ? Должно просветить его крещением, ибо призван от Бога. Тимофея, правило 1, 7 Вселенский собор 8, новая скрижаль, 365 страница. Не рассуждают, куда у причастие то, которое ты принимал. Вопрос даже не ставится этот. Что дальше делать? Дальше принять крещение и все. Пусть приезжает к нам патриарх, 9 июля у нас будет крещение в этом 2017 году, в воскресенье. Пусть приезжает епископ и священники, и все будут крещеные, кто пожелает. А не скрывает это. Как у Николая Семеновича Лескова есть такой рассказ «Некрещенный поп». Некрещенный. Она поехала его крестить, доверили ей, а они заблудились в пургу. Ну и вернулись и не сказали, что не доехали. И он вырос и стал попом, священником. А у них крещеные. А когда это все она открыла, то стали спрашивать, какая погода была. Ну какая? Пурга, какая, заблудились. Ну ребенок-то закрытый был, ну закрытый. Ну маленько где-то открыто было, да, один раз он там лицо показал. Ну хоть одна снежинка упала на него. Ну конечно, упала. Все, крещеный поп. Вот это православное сегодня крещение. Вот так. И еще пункт один, можно прочитать, 12. Строго во всем соблюдать главенство мужа при подходе ко кресту, к причастию первое. Даже вот это и то не могут в церкви сделать. Восстановить падшую главу, авторитет мужа. За порядком в храме наблюдают люди, специально поставленные церковным старостой, членами церковно-приходского совета. У нас смотрители есть, как одеты, кого пришли в один день. Да пока до службы уже показали, как кланяться, молиться. У дверей храма при надобности всегда должны стоять несколько стражей порядка. А левиты должны ставить стан около скинии откровения, чтобы не было гнева на общество сынов Израилевых, и будут левиты стоять на страже у скинии откровения. Числа 1.53. Тогда пусть помогают они братьям своим содержать стражу при скинии собрания. Числа 8.26. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Деяния 5.13. Вот интересно. Вот это вот деяние, Новый Завет, из посторонних никто, чтобы в храм никто не заходил посторонний. Это не выполнить. Я такого храма не знаю ни за рубежом, ни здесь. И был ли он, когда у нас это есть, у нас стражи стоят. Никто не зайдет, заперто сразу, заперто. Да мало того, еще кто-то смотритель, охранник в ограде ходит, чтобы через забор кто не перелез. Вот так. Я Сергея хотел спросить Попкова, что ты заменил-то себя этот? Фотографию-то я сегодня раза на 4 промолотил всех друзей, не могу тебя нигде найти. Я никогда не меняю ничего. Я знаю, у тебя хорошая, красная, заметная была, ну там, футболка или что. Потерял я тебя сегодня. Но вот сегодня тут еще показать еще нужно наши ресурсы, коротко хотя бы. Это «Новый мир», вот я его очень люблю. Никакие фейсбуки, твиттеры, живые журналы близко не сравнятся. Так они его отняли от него процентов 90, на 10% вот. Какие умные были мы, кто там, составители вот этой системы. И писать легко, и находить легко. Любую фотографию. Ну, вот у меня взять, допустим, фотографии 18758. Ролик легко находить. У меня только на «Моем мире» 6075 роликов. Вот вчера записали очень хорошо, и я не знаю почему, во время записи один ролик прервался, говорит Юрий Соболев, слышно, и вдруг 8 минут, кажется, проходит, мой голос не слышно, и больше не будет слышно, а он говорит свободно, слышно, ничего не делали, не переключали, и все показывало нормально, здесь синусоида идет как надо, зеленый свет играет, все как надо, да ладно, еще проверил я, а то бы поставил, что нету. Но я одновременно записываю еще и на вот этот видеоаппарат. Вот я хотел спросить, кто знает, как там мне скиньте, там, здесь, в моем мире или где. Вот у меня рядом лежит
как микрофончик, наушник надеваешь, который-то, и прям рядом на расстоянии 20 сантиметров аппарат передо мной. Я так пристроил, ни Никиты, ни Володи нету, чтобы запись вести. И какой-то звук такой глухой, хуже, чем там, где автозапись идет. Но автозапись оказалась без звука совсем. И поэтому поставил бракованный, хоть кто-то что-то расслышит. Очень интересные темы были подняты вчера. Называется «Свойства Божьи» и «Смысл искупления во свете Святой Библии». Это на нашем Ютубе и в моем мире. Посмотрите, 36 минут. Ну и новое называется такой «Как проще изъяснить рождение свыше во свете Святой Библии» на 23 минуты. Дальше это наш ресурс, форум во свете Библии, православный форум, 1600 тем. Вот. И канал во свете Библии. Почти 7200 видеороликов наших здесь. Посещаемость просмотров 6 459 тысяч. 7051 подписчик. Маленько смотрят, люди заходят. Вот. Каждый день выставляется 5-7 видеороликов. Очень богатый материал. Ну и самый богатый это во свете Библии. Православный библейский сайт. Тут на видеоканал нажал, туда перекинет. Православный форум нажал, туда перекинет. Самое-самое ценное во всех наших ресурсах это 4124 ответа по темам. Разбито на 55 тем. Папок. Вот мне сколько раз говорили, ну, задает вопрос, ну, не знаешь, где найти, вот эти составить. Я говорю, умру, кто-нибудь найдется. Никого не нашлось, пришлось самому делать, помереть не дают. И опять пришлось мне 33 тома моих промолотить, 33, по 752 страницы. И составить вот то, что есть ответы. И вот эти вопросы и ответы, я скажу, как что сегодня таких нету в интернете. Нету, чтобы давать... Не от того, что он знает, сам по себе говорит, а что говорит об этом Святая Библия, полная с неканоническими книгами. Что говорят святые отцы, что говорят жития святых, это 1173 жития. И что говорят каноны, 719 правил. Это одновременно, все учитывая. Мало того, мировое искусство, литература, поэзия там все. Но я не то, что там нахваливаю, да и есть что хвалить. Труд... непревзойденно огромный. И вот сегодня немножко добавить хочу. Чуть-чуть. Вот мы идем, папка «Война», на войне несколько вопросов. Вы посмотрите, какие ответы даются. Это я даю в университете. В 5 университетах. По радио говорят, да такие слова, да вас бы арестовали сразу. Ну, против... Вот. Нет, не арестовали. Вопрос 2123. Восьмой том, «Открытым оком». Есть изречение, если враг не сдается, его уничтожают. Поддерживали ли это святые? Я отвечаю. Ответ. Хотя бы кто-то и поддерживал, но мы будем перед Богом отвечать потому, что требует от нас Слово Божие. А оно в Новом Завете учит совершенно по-другому, чем этот горьковский афоризм гонителей христианства Максима Горького. Матфея 5:44. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». 2 Тимофея 2:25-26. «С кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю, как беседовать с сектантами этих еретиков. Запомните, слово деноминации, конфессии никогда не употребляйте. Это лживые слова сатаны. Этими словами он прикрыл одно страшное для еретиков слово еретик, ересь. Их надо спросить, а какой ты ереси принадлежишь, а не какой деноминации, какой ересь, а то лютеранская церковь, церковь одна. Лютеранство – это противление Богу. Основанное основателем лживым человеком. Монах давал обеты перед Богом. Да женился на монашке, 6 детей прижил. Мартин Лютер. Когда христианство стало государственной религией, они тут же прибегли ко всем языческим методам уничтожения своих противников. В Греции среди православных императоров шла рубка. Постоянно калечили друг друга и любого, кто казался претендентом. Свергали.
Детей кастрировали мужского пола сразу же. Выродки от царя Ирода, по-другому не скажешь. Перевороты непрерывные. Но есть прекрасные моменты, когда силой духовной власти, святости авторитета усмиряли даже внешних врагов. Вот этого и нужно держаться, а не плотского оружия. Ефесянам 6:12. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Вот Лев Катанский за 20 февраля, кавычки открыты, в то время лютый мучитель Аттила, предводитель гуннов, называвшийся Бичом Божьим, завоевав много стран, пришел в Италию, намереваясь ее опустошить огнем и мечом. Видя, что никто не может сопротивляться грозному завоевателю, папа Лев обратился с прилежной молитвой к Богу и, наложив на себя пост, призывая на помощь святых первоверховных апостолов Петра и Павла, со слезами умолял Господа, чтобы он защитил своих рабов от свирепого врага, то есть от Гитлера. Вот что надо было делать. Почерпнувши в молитве мужество и твердость, святой Лев решил отправиться к мучителю, чтобы утишить его гнев и прекратить его ярость, готовый в случае нужды даже положить душу за овец своих. Все ж перед Гитлером-то, перед фашистскими войсками-то не вышел, тогда был митрополит Сергий-то Старгородский. Мудрыми сладкоглаголевыми и боговдохновенными словами беседовал он с Аттилою и превратил его из лютого волка в кроткую овцу. Грозно неукротимый воитель смиренно и мягко внимал словам угодника Божия, удивляясь его архиерейскому величию и ужасаясь перед святостью честного лица его. Исполнив все пожелание святого льва, грозный Аттила отошел от пределов Италии в свои земли. Это не сказка. Воеводы Аттила немало удивлялись, как лев мог так скоро и так необычно сделать Аттилу из столь лютого князя столь кротким. Они спрашивали Аттилу: почему ты убоялся одного только римлянина, пришедшего без оружия? Почему ты повиновался ему? Почему ты, словно побежденный, предался бегству, оставляя в Италии такое множество богатств? О, не видели вы того, что я видел, отвечала им Аттила. Я видел двух ангелоподобных мужей.